От коллег, пусть не абсолютно истин, мы хотим наградить человека, который пишет в своей жизни развитие страны Мурманской области, из которого много из нас здесь бы не было, учивших большую часть людей с увлеками. За развитие коррупционной городской регионе мы хотим наградить нашего шикарного Леонида Анатолия Викторовича памятным адресом. На этом...